Привет, господа пчеловоды! Сегодня 19-е, 9-10 час. Вот я поймал рой. Рой поймал, сюда положил его. И что мне прикольно, одну рамку вот поставил я, одну рамку с засевом. Для того, чтобы не ждать и не выяснять, есть матка или нету матки. Вот одну рамку с засевом поставил. Но слышу песню казака. Слышите? Слышите, поет красава. Своих ищет. Это молодая матка пищит. Ну, сейчас что-то не очень. А вот когда открыл, звучало очень. Но что хочу сказать. Вот задний литок открытый. Видите, вентиляция. И передний. И с того бока дырка. Это вот то, что необходимо для роя. Это для того, чтобы они не полетели дальше, потому что раи, они не останавливаются. Я не знаю, как у вас, но у нас они не останавливаются, они могут лететь дальше. И вот здесь я их накрывать сейчас не буду. Я их просто вот... Все. Прикрою, чтобы у них была своя холодильная камера. Накрывать я их не буду. На 5 сквозняках. Так что вот такие пироги. Рой. Обыкновенный рой. Слышали, да? Исполняет свою песню. Она может быть не одна здесь. Их может быть несколько. Но вот эта рамка будет удерживать. Рамка с расплодом будет удерживать их. Слышите, как четко слышно песню мамочки? Молодая. По-моему, несколько штук, потому что разные звуки. И вот смотрите, этот край сидит глухо, вообще нет движухи. А вот где поставил рамку, смотрите, какое оживление пчел. Вот общий фон. Видите, да? Вот эти нюансы. О, как красава поет. Вот эти нюансы по поводу того, что рамку обязательно в рой подставляешь, если вот вы дома.
На улице они могут дальше полететь, а вот если ты дома, то надо рамку подставить засевом, чтобы удержать эту семью. Они дальше могут лететь. Можно прийти завтра, будет никого. Так что, странное пчеловодство. Всем пока-пока.